тут так темно, блин. Я взял еще себе СКС, калаш, короче. Мы правее со Штирлицем взяли, ближе туда к зданию. Мы уже возле ямы. Я понял. Вот, на той стороне есть, на той стороне есть. Ныряю в кусты. На той стороне. На той стороне ямы? На той стороне ямы посередине примерно, вот как на ЗБ-16, если смотреть. Так, мы сильно вправо возьмем. Они вас видели? Я не знаю. Там хотя бы возможно есть. Это они воюют, они воюют, они воюют. С кем неизвестно? Не, непонятно, непонятно. Я под шумок начал. ППшка еще. Минус, нет, минус. ППшка стреляет, мы сейчас выглянем. Сильно не высовывайся, Штирлиц, так аккуратненько. Их справа поджали, их справа поджали. Я в яму бегу. Вижу. И справа за камнем есть, справа... Одного есть? Нет? Ага. У нас, но не по нам. Мне кажется, это... Снайперские или типа того. А где трупы были? Как выходишь из ямы? Как выходишь из ямы? Так. Сразу же в лесочке. Так, один внизу. Вот там плюс-минус. Два типа трупа. Да, я два видел. Да. Закидал его гренами, Блота, подхожу, выходи. Подхожу, подхожу. Это левел. Вторая пошла, вторая пошла. Да, да, да. А всё. Ты там уже, да, зашел сверху? Да, 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 да. Он мертв, он мертв, он мертв. Хорош. Все, все, все. Да, я прикрою. А можешь не прикрывать, можешь не ты прикрывать. Забирай, скай, тихо. Тебе же кто-то отработал. Я что-то начал понимать, что это по мне было. Опа. Меня убили, кто меня убил? Игрок так подошел к нам, я его убил. Подожди. Бля. Я убил игрока какого-то, а ты меня. Куда идем, пацаны? Йоу. А, так, все. Берег? Пошли, блядь. Вот, 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 пошли, пошли по спавну, пошли по спавну. Типа будем встречать, ну пошли. Все пенсии, Джан. Да. Ну, я зеленый, три топора. А как вам? Да, три топора, да. Опа. Двойка бежит с радара, с этой. Чупца? Нет, нет. Я понял, мобильный. А куда бежит? Алрик, да, куда бежит? Бежит, бежит в сторону санатория. Понятно, догоняем. Я сбежаю, а в кого они стреляют? Это я по ним, да, стреляю. Ты убил, убил, убил. Всех? Обоих, да. Слышишь, Штирлиц, иди, 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 где ты, Штирлиц? Пацаны, мы сейчас вас догоним, идем. Тебе боты нужны? Мы в сторожевой вышке сходим. Штирлиц, вот вышка, тут есть боты. Под ней. Так. И или наверху он там за поворотом может сидеть. Ну, наверное. Давай выглядывай. Это дальше. Ты ж по нему бегал. Сейчас, где-то здесь. Не-не. Я вообще думал, что в той стороне, не в дальней. Ну, типа, где дом вот этот стоит на холме. А, блядь, я стрелял и... Так, ты меня не бросай, кто там убежал, я ж не знаю, куда идти. Да тут сейчас все вместе, сейчас еще пацаны там где-то. А вы где, пацаны? Мы на сторожевой вышке ботов мочим. Так, а вот эта ППшка хорошая, да? Это топчик. Так там патроны топовые, чувак, они... Так, а второй где? Второго я уже лутнул. А где второй? Чуть дальше, но... Не-не-не, я... Это я Штирлицу. Так, а броник ты забирал, да? С первого? Нет. Да. Нет? А где с первого я не забирал. Не знаю. Поднимись наверх, он может за углом сидеть. Нет, за машинами не прячется. Наверх поднимись, он может быть там внутри. Только автомат возьми. А, вон он там. Где? У меня двойка. Где? Через дорогу.
Штирлиц через дорогу. За деревом. Да, вали его. Прячется. Я его не вижу. Ну, то есть он за деревом, я его не досягаю. Я гранаты. Ух ты, рванул как быстро. Ушел вправо. Кто бежит? Вправо, да, ушел далеко. За на холм или куда? К мосту. Подожди, блин, так быстро. Я пока прицелюсь, он ушел, побежал в сторону таможни, понял? Вправо вот. А назад ты бежал? Назад, назад, где ворота таможни? Вот, назад. Хорошо. Там второй еще? Вон он выглядит. Одного я убил. Сместился влево сместился. Че ты в него не стреляешь? Так, я ВС остановил. Попал. Он был синий, да, подожди. Слушай, ты меня вообще придет. Вон вижу. Готов. Не знаю, надо чекнуть. Он вроде сам был. А вы где? Забранки. Что вы там делаете? Еще Малрик. Алрик заблудился? А что, его убили? Он же по телефону говорит. Он просто лег, говорит, рядом с каким-то трупом, которого он убил. На той стороне. Ну мы выглянем на автостанцию в поисках ботов. Тебе же еще нужны боты, Штирлиц? Да, я тут прям могу. А тебе надо сколько? 15. Вот двое стоят. Тускин, а ты когда не бывал на заправке? Нет, конечно. Короче, у тебя есть? Он, блин, в голову выстрел выдержал. Есть медицина? Да, есть. Просто мы сейчас с тобой побежим через огонь и потеряем по 200 хп. Смотри, зачем? А там крутые ништяки иногда бывают. Так ты... Это, разложи его. Кого? Сложи калаш. А. Все равно не залезает. Странно. О, теперь залезает. Пацаны, ну что там? Мы будем... Да выходить надо. Уже? Чё? У меня столько лута отродясь не было. Ну что, серьезно, не будем идти на санаторий? Да, Алрика нам дождаться. Я бы сходил ради квеста. Еще людей всех убили, надо дождаться. Ну да, можно, пока 26 минут. Да. Вот тут туда под нее. Да, туда побежал. Там еще. Тебе скинуть что-нибудь? Там вроде есть. Так, а у меня воды... О, я умер! Чего? Я не знал, что так от воды быстро умирают. Что за бред? Ты можешь выйти? В него уже кто-то пролагал. Уже? А, не. Блот, а ты где? Я еще не появился. Тоже? Бля. Вот теперь я появился. Ты где? Тускин? Кто бегает? Вот я. Стой! Чё? Кто вылетал? Ну, пиздец. Это Тускин. Тускин. Нахуя ты это сделал? Что я сделал? Меня убили. Ну, Штирлиц, пиздец. Поэтому лучше здесь раскидать. Алрика, ты где? Ты сбежал куда-то? Да, блядь, я не скажу теперь. Я, короче, лутнул домик. Ну, серьезно, ты где? Куда мне идти? Я есть на автостанции. Будешь валить? Вали. Бегаешь? Да. Я тут решил рашнуть. Только Штирлиц, вали.
и иди дальше. На третьем этаже восточного корпуса. Двойка. Ты сам где, на третьем? Я на третьем, западного. Хорошо, я со второго чекну. Не будет видно, они на третьем. Хотя, если ну, они будут падать... На втором чисто, никого не вижу, двигаюсь дальше. Это у вас стрельба? Да. Да, да, это Алрик работает. Может нам зайти на крышу, пацаны, западного? По внешней. Ты сейчас топаешь, да, Штирлиц? Да, да, да. Кто-то по двору ходит, по улице. Вот, боже мой. Так, СВ у нас где-то под... со стороны вертолета. Алрик, ты где? Я земляк, на другой берег перешел. Понял, я слышу глушитель где-то. Это наш, наш, мы работаем, пацаны. Я за ним. Тебе помочь? Ну, я... Не, я могу его убить просто. Потому что я не хочу... Давай, потому... давай, Штирлиц, стреляй. Мы еще не все? Мы? Нет. Не, мы еще не все. Не вышли. Почти уже. Ух ты, блин, ты стреляешь. Короче, помогать или нет? Да я убью его сейчас просто, если... Отлично. Это я бегу. Да-да-да. СКС. Знаешь, там надпись такая появляется. Тонально, типа. Вот он, здесь кто-то идет, бздит, не помылся. Тут там, Алрик, ты пригласил какой-то. Так. Да, давайте с контейнерами разбирать. Давай, где контейнер? Забираем слот, вставляя контейнер сразу. Быстро изучить и вставить. Итак. Эпсилон, да? О, чё с ним здоровый. Ага. Да. Ну, теперь собираю тут все куча. Все. Так, где мы? Да, возле таможни. Откуда она нас будет? Из таможни могут так рядом с нами зарезать? Не, я думаю, не. Я вышел в сторону таможни. Вот. Так, а оружие где? Вот он. Ага. Не, я пойду на стройку позырю. Давай. Нео. Да. Нео. Там у тебя шлем и наушники там же в куче. Да-да-да, спасибо. Yes. Алрик пошел туда вдоль дороги дальше. Я сейчас. Давайте на чупа-чупс. Да? Не, уведи их на чупа-чупс. Где? Сейчас, пацаны. Давайте за мной. Давайте за мной. Опа, цветочки растут. Я раньше не видел. На здоровье. Я скоро на этом аккаунте тоже сделаю квест, который дает эпсилон. И у меня будет еще один эпсилон. Это я же скинул Алдрик, со своего квеста. Да. Ты специально не говоришь, чтобы я тебе твои $1000 не выносил? Ты хочешь какой-то другой? Ну, это, брат, аккаунт. Я там перестал их продавать, и надо запостить. Я запущу, и это вот. Ну да, вынеси, пожалуйста. Я на третий сразу. Давай. Я за тобой, давайте все вместе будем держать. У меня лагает. Я налево выгляну. Десятое открыто. Значит, есть кто-то, да? Да. Вы на втором этаже? На втором мы этаже на третьем, переход. На третьем. Вы уже на третьем? На той стороне, ложись, уходи, блядь, уходи! Не вставай! Я лежу. По лестнице я на лестнице, давайте. Блин, я не добежал до комнаты, убили меня. Обидно.
Он в меня лежащего попадал, козлина. Не выходите туда, не выходи туда, он мертв. Убили, убили меня, да. Квестер меня убил. Понятно. Нет, я Олрик убил, да? Враг, нет, нет, Нео, Нео убит, враги на той стороне, в третьем этаже. Не выходите на длину, не выходите, там двое держат длину. Кто побежал по третьему этажу? Я побежал на, по третьему этажу. Я одного убил. Они пасут, но не так сильно. В принципе, можете выйти на ту длину и встать сейчас, потому что сейчас длину никто не пасет. Я убил чувака, который пас, а второго не вижу. Вы можете занять длину и стоять, ждать, пока кто-то выйдет. Штирлиц, я думаю, ты понял меня, да? То есть, если кто-то... На ту сторону, правильно? Вот так его. Да. Это по тебе, Штирлиц? Да, да, да. Нет, стрелялся. Я убил его. Я убил его. А, там еще, там еще, там еще. Убил его, убил его. Или ты его убил? Кто стреляет еще? А, или вообще на этом, на третьей. Убило меня в голову. Так что за бред? Слышишь, Алрик? Блять, да, 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 да. Все лучше страховаться. Да, в любом случае страховаться надо. Так. Справа бот на территории. Блядь, я его не убил? Убил? Да. Да. Бля. На втором этаже. Слева еще есть, слева. Вот конец тебе! Ну где ты? Где ты, а, сука? Не обижай! Он убежал в этот вот. Так пролагал он меня. Не знаю. Еще внизу один был. Да уж. Блин, передо мной бот был и резко телепортнулся. Я уходил. Ага. Ну вроде все, пойдем. Да, идем. Пошел. Не-не-не, я тут бота лутаю внутри. Ух ты, тут какой-то термос. Аквамарин. Ну да, это бутылка вот фильтром аквамарин. Это крутой лут, да? Ну, типа да, он еще на рынке там 3-20 стоит. Фильтрованная вода, типа. Я видел, оно на что-то менялось. Ну ладно, я возьму. Так, кстати, оно еще на что-то менялось.
Мне тоже надо. Ой, так ты ж вроде выполнял, или нет? Нет. Ну, я выполнял, но это следующий. Ну, у меня 5 диких из 10. Я, на смысле.